Слава Богу, слава Богу, Христос воскрес. Я думаю, вы сказали: воистину воскрес. Пусть будет привычка, но неплохая, утверждает истину. Есть другие привычки, которые вообще в разрезе со Словом Божьим. Их поддержать не обязательно, но мы очень рады, что Христос воскрес, Иисус живой. С вами пастор Генри Мадава. И я так рад, что сегодня мы не просто говорим голос победы, а жизни победы. Во всем мы побеждаем, потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. И так радостно, что Он не только умер за нас, Он вышел из гроба. Но заметьте, что многие люди используют воскресенье просто для привычки, как культурное дело. На самом деле, воскресение Иисуса Христа дает нам смысл жизни. Если бы Он не воскрес, вы не представляете, сколько минусов было бы в нашей жизни. И быстрее всего в этих минусах включался в том, что и нас тоже нет. Но Он воскрес. И не только мы живы, но и смысл жизни появляется. Давайте послушаем эту проповедь, понимая, что в процесс проповеди Бог хочет показать тебе смысл жизни для тебя. Давайте послушаем. Сегодня наша проповедь называется «Воскресение Иисуса Христа дает смысл жизни». Смотрите, Библия говорит, 1 послание Коринфянам, 15 глава, 3 по 5 стих. Написано, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12. История потом идет о том, кому Иисус явился. Заметьте, Важно понимать, Иисус умер за нас. Это все было предсказано заранее. Погребен был и воскрес. За тебя он умер за меня. Не чтобы создать новую традицию, а чтобы ты был спасенным. Ты был защищенным. Ты имел мир прощения. Ты имел полноценность. Ты не был сиротой Божьей. А чтобы ты был принят Богом, ты стал дитем Господа Бога. Он за тебя умер. Это должно быть не традиция. Это должно быть не религия. Это должно быть реальностью жизни. Он умер за тебя и за меня. У меня есть три вещи важные, которые я хочу вам показать. Что было бы, если бы Иисус не воскрес? Первое. Если бы Иисус не воскрес, то наши грехи, когда мы покаялись, не ушли бы. Они бы остались на месте. И мы с вами никогда бы не были спасены, и мы были бы Потеряний. Мне очень нравится история Петра. Оно как иллюстрация хорошая. Евангелие от Люки, 22 глава, 54 стих, по 62. Взяв его, это Иисуса, повели и привели в дом первосвященника. Это религиозные деятели того времени. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала, а этот был с ним. А он отрекся от него, сказал женщине, я не знаю его. Это Петр отрекается от Господа Иисуса Христа. Вскоре потом другой увидел его и сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет, отказывается. Прошло сейчас времени, и еще никто, настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. Здорово иметь доказательства, что ты был с Иисусом. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил, он запел петух. Заметите, после этого же, отвели Иисуса в следующий день и убили его. Распяли. У Петра не было возможности прийти к Иисусу и просить прощения. Не было. Представьте себе, что для Петра это был бы конец. На веки и веки, и веки и веки. Это было бы, это как я помню, один молодой человек сказал, да, мне говорили о том, что моя мама и папа рассказывали мне о Боге, что он меня любит, но однажды я был на вечеринке в школе, я такое натворил, что я потом сказал, слава Богу, что есть прощение в Боге, ибо мне было бы конец. Если бы Иисус не воскрес, нам с вами было бы конец. Заметьте, Петр потерянный, без надежды. И он даже не знает, что делать. Он плачет, рыдает. А Марка 16, глава 7 стих, Библия говорит о Петре. Когда Иисус воскрес из мертвых, слушайте, что он говорит. Идите, скажите ученикам его, это ангел говорит женщинам, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как Он сказал вам. Вы представляете, какая была радость у Петра? О, у меня будет шанс покаяться, у меня будет шанс исправить. Последний взгляд между Петром и Иисусом был взгляд. Петр отрекается от Иисуса, а Иисус смотрит на него и думает, я тебе и сказал, что ты меня придешь, ты отречешься от меня. Это была не самый лучший взгляд, который хочется иметь, когда ты прощаешься с важным человеком или с тем, кого ты любишь сильно. Знаете, как муж и жена расстаются утром? Если поругались и расстались в ругане, это страшно. Потому что вот это взгляд, обида, или слезы, или боли, или расстройство, оно останется у тебя в голове на целый день. И Петр, когда ему сказали, Петр, да, Иисус воскрес. Неужели? Он даже сказал, что я буду вас ждать в Галилее, и он попросил, передайте ученикам моим и Петру, тебя приглашает. Мне кажется, Петр в Галилее не шел, он бегал, бегал быстрее лошади, потому что есть шанс встретиться с Иисусом и исправить отношения, которые были нарушены. И Павел спустя времени говорил 1 Коринфянам 15 глава 16 стих по 19. Он говорит, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. То есть можно верить в никуда. Вы еще в грехах своих. Получается, если я верю, но впустую, я занимаюсь самовнушением на самом деле в своих грехах. Поэтому умерщи во Христе погибли. Если мы в этой истолку жизни надеемся на Христа, это в вот случае, Он не воскрес, то мы несчастны всех человеков. Что мне нравится? Он говорит, но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. И вы знаете, как, когда человек идет Куда-то, где он знает, что и меня там убьют. Это ощущение ужасное. Я никогда это не пережил в жизни и не хочу я пережить. Но я помню, когда мама говорила, Генри, через час я буду дома готовиться, я буду наказать тебя. О -о -о. Это время, час ждать. Я вам скажу, мое тело дрожало жарко, холодно, слезы. Фу, сейчас мама скоро остался 30 минут. Оказывается, ожидание это ужасно. И представь себе, если ты так согрешил, и покаяния тебе нет, прощения тебе нет, ты только ждешь ад, огненное озеро, геяно. Живешь на земле, зная, что каждый день приближаюсь к вечной смерти и потерянности. Это туман в жизни. Это муки для души. Это страдания. Это парализует все твои инициативности. Но Он воскрес. Это значит, если Он воскрес, то наши грехи прощены. Надежда и вера в Иисуса Христа не тщетны. И когда воскресение Иисуса живо в тебе, реально для тебя, то и сила прощения и избавления от грехов реальнее в тебе тоже. Не только мы были бы в своих грехах, но Божья защита и сохранность от лукавого не было бы в нашей жизни. Мы были бы легкой добычей для дьявола. Легкая добыча. Вы знаете, когда Библия учит, когда Иисус учил молиться, он учил так: "Отец наш, сущий на небесах, и Он говорит: избавь нас от лукавого". То есть есть лукавые цели, которого Иисус его называет вором. Он говорит: вор пришел украсть, убить и погубить. Все, что не спрятано, как надо, он заберет. Душа, которая не так прилеплена к Богу или к тому, что надо, легко дьявол украдет его. Человек, который ходит в церковь, но он верит в Иисуса вроде наполовину, дьявол его легко украдет. Потому что он вор, он пришел украсть, он убийца, он пришел убить, он прямо разрушитель, потому что он пришел украсть, убить и погубить. Одна женщина в Библии, которая вызывает у меня всегда волнение, это женщина по имени Мария Магдалина. От Луки 8 глава 1-2 стих пишется так. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов, и болезни. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. Библия нам не объясняет, что за бесы были, но они проявляли что-то. Потому что бесы в человеке, зачем они приходят? Чтобы проявлять свою натуру плохую через человека. Я всегда думаю, а кто первый бежал к гробу, когда Иисус воскрес? Мария Магдалина. Смотрите, как написано в э, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 13 стих 18. И они говорят ей, «Жено, что ты плачешь?» Это Мария Магдалина плачет. Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав все, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жено, жена, жена» что ты плачешь, кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ей, «Равуни, что значит учитель?» Она хотела прикасаться к нему, а он сказал, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще пойду к моему отцу». Вот. «Иди, Люче, братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему и к Богу моему и к Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что это Он это сказал ей. Вот 19 стих говорит о том, что в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты, из-за опасения от иудеев пришел Иисус посреди говорил им, мир вам. Что, если бы Иисус не воскрес? Защищенность бы не было. Что бы произошло с Марией Магдалиной? Из нее изгоняли семь бесов. И пока жив был Иисус, я уверен, это была одна из причин, почему Мария не отходила от Иисуса. Семь бесов! Она знала, если я уйду от Иисуса, всем бесов скажет, а, а Мария уже свободная, возвращаемся обратно. Вы представляете, что если бы Иисус умер и не воскрес, бесы бы сказали Марии, пока Иисус был живым, Он нас выгнал. Но теперь Он умер, мы вернулись. Ты сама не сможешь, не сможешь защищаться беси вернулись бы в жизни Марии Магдалины. И не только в жизни Марии. И, наверное, в жизни многих женщин, которых он освободил от бесов. Много чего бы вернулось назад. Те, кого Иисус исцелил, Дух исцеления бы сказал, а, наконец, возвращаемся. В Артемии Синтимею без ослепления бы сказал, вернулись мы назад. А вот Женщина с кровотечением. И Аир с дочерью. Дух смерти бы сказал, а теперь Иисус ушел. Мы вернулись убить то, что мы начали, не закончили. Поэтому смерть Иисуса была для нас важна. Но для них еще важнее было Его воскресение. И для нас тоже. В нем теперь есть защита. Это означает, Кого освободит Иисус, тот воистину свободен. Это означает, что сатана, которого Иисус поразил, воистину поражен. Это означает, что есть гарантия нашей свободы, нашей победы во всем, и нам бояться нечего, ибо Иисус воскрес из мертвых. Номер три. Если бы Иисус не воскрес, то христианство было бы пустой религией. Религия, как все остальные. Культура, образ жизни, который по преданию, а внутри нету суть. В Библии написано так, Аллилуйя. Книга Второзакония 4, 27 по 29. И рассеет вас Господь, это Бог обращается к израильтянам. Это Моисей говорит, по народам. И останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. Так и произошло с еврейским народом. Это было сказано за много тысяч лет до этого. И будет там служить богам сделанным руками человеческими, из дерева, камня, которые не видят, не слышат, не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душей твоей. Мировые религии – это создание человеческое. Либо руками, либо разумом, умом, воображением и много чем. Но это создание человека. Это как красивый дом. Человек говорит, вот дом красавец, но он создан из бумаги. Ну какая, какая разница? Главное красивый. Да красивый, но он бумажный. Спички возьми и нету. Поэтому важно не то, что дом красивый теория красивая, мне нравится, близко к моей душе, к моим эмоциям, а главное, оно из бумаги. Оно не достает далеко, глубоко в душу человека. Не дает смысла жизни. И вы понимаете, дело в том, что Иисус Христос, когда встречает наркомана, который никогда не знает о Боге, никогда не слышал, услышал, принял, Пять минут свободный, другой человек. Алкоголика принял Иисуса, следующий день уже трезвый. Не надо там 20 лет повторения. Отдельная школа повторят, я и вселенная одно. Нет. Среди Иисуса свободен. Вот так. А Захей, когда встретился с Иисусом, день не прошел. Буквально пару часов он уже кается, он уже возвращает деньги, которые он украл, он уже поменялся, потому что Иисус Христос ⁇ это не религия, это Бог, который в нем приходит в человеке, влияет на него, меняет его суд и делает его новым человеком. Заметьте, если бы Иисус не воскрес, то мы с вами жили бы в религии. Но Он воскрес. Поэтому мы живы. 2 Коринфянам 1, 20. Библия говорит, «Ибо все обетования Божьи в нем, да, и в нем, аминь, во славу Божию через нас» потому что Иисус Христос воскрес, потому что Он живой, обетование Божие, а не да, обетование Божие, а не аминь. Гарантированно получить ответ. Слава Богу! Правда хорошо, когда Он живой, если к кому бежать? Наши грехи прощены, мы свободны, я так рад. Я верю, что Библия то, что говорит она, она так имеет в виду. Вот, например, Библия говорит, ранами его мы исцелились, потому что он воскрес, теперь через его раны мы имеем исцеление. Я этому верю. И как это доказать? Доказательство в том, как люди получают свои чудеса. Поэтому я предлагаю вам посмотреть и послушать те чудеса, которые люди получили, исцеление, свидетельство, это все это есть доказательство, что Иисус Христос воскрес и живой. Давайте посмотрим и послушаем. В течение года эта женщина имела три образования на шее, похожие на опухоли. Но во время вашей молитвы за исцеление она поняла, что они полностью исчезли. Как долго у вас были эти опухоли? Где-то больше года. А когда они исчезли? Сейчас. Благодарю тебя, Небесный Отец. Когда девушке было 9 лет, к ее коленам была сделана инъекция, что привело к проблеме с походкой и возникновению боли, из-за чего она не могла нормально ходить без боли. А сейчас она может ходить без боли. Приветствую. जिसकी वजह से जो है समस्या हो गई और ये चल नहीं पाती थी घुटने में दर्द रहता था और आज जैसे प्रार्थना की गई परमेश्वर ने चंगाई दी तुझना था Когда ей было 9 лет, сделали инъекцию, на что реакция стала трудность ходить. Спасибо, Иисус. Когда Иисус приходит, это особенное время для чудес, могущественное проявление Божьей славы, милости и любви. Когда Бог открывает двери, невозможное становится возможным для тех, кто верит. Разные языки, разные народы, культура и обычаи, но одна цель в каждой стране – проповедовать Евангелие до края земли и прилагать спасенных к Церкви Иисуса Христа. Мы благодарим всех партнеров служения «Христос для всех городов» за ваши молитвы и финансовую поддержку. Эти фестивали Иисуса стали возможными благодаря вашему вкладу. Вот так помните всегда, у тебя были проблемы? Бог решает. В Боге есть решение. В Боге есть выход. Он Бог Целитель наш. И даже сегодня ты сможешь получить свое исцеление, свое чудо. Я буквально через минуту буду молиться за тебя, чтобы ты получил чудо. Но прежде есть самое главное чудо. Это рождение свыше. Если ты говоришь, пастор Генри, а я хочу познакомиться с этим Иисусом, который умер и воскрес, правильно делаешь, он давно тебя ждет, любит тебя и зовет тебя. Хочешь покаяться, примириться с Богом, получить прощение грехов? Помолись со мною от всего сердца такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Я верю, что Иисус умер за меня, но и воскрес из мертвых. Войди в мое сердце, Иисус. Будь моим Господом и Спасителем с этого дня. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился эту молитву искренно, Господь простил и очистил тебя. Теперь я хочу помолиться за тебя. Он живой, ожидай чуда. Во имя Иисуса я приказываю всякой болезни и немощи. Уйти, провозглашаю исцеление на уровень тела, на уровень души и на уровень духа провозглашает чудо в семье, в работе, и в бизнесе, и в служении. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Помните, вы особенные для Господа. Он умер и воскрес. И мы продолжаем праздновать, потому что это дал нам жизнь.